Здравствуйте, мои хорошие! На канале снова с вами Лина. Сегодня мы с вами приготовим сало, наше любимое сало. Для этого нам понадобится сало, килограмм с прорезкой хорошей, чеснок, соль, лавровый лист, черный перец, горошек черный, перец, кури и вода. Давайте будем приступать. Делаем маринад. Выливаем воду в кастрюльку. Включаем. Высыпаем соль. Как всегда, рецепты, пропорции под видео. Соль, перец горошком и лавровый лист. Помешали. Порежем сало. Порезали сало вот такими кусочками. Видите? Я не жду, пока закипит вода. Я сразу ложу в наш маринад. Слаживаем в кастрюльку. И ждем, пока закипит. Закрываем. Когда закипит, нужно будет снять шум, то есть пенку. Пока закипает наше сало, мы чеснок режем вот такими вот. Таким вот образом. Вот смотрите, вот так вот. Режем весь чеснок. Вот закипело наше сало. Снимаем шум. Обязательно снимаем шум. И ставим на минимальный огонь на 15 минут. Ребята, вы знаете, сало у меня, как вы заметили, больше мяса. Но очень вкусно получается, когда немножко прорези, а можно вообще одно сало без прорези. Но у меня какое было. Замечательный рецепт, мягкое, во рту тает и очень вкусное. Снимаем хорошо шум. Чтобы не было. Закрываем крышкой. И на 15 минут. Прошло 15 минут. Ребята, пробуйте разное сало, чтобы было мягенькое. У меня, видите, оно мягкое, хотя много мяса. Теперь мы не выключаем. Ложим чеснок. Мешаем. Ложим кури и черный молотый перец. Все перемешиваем. Закрываем. И даем прокипеть еще пару минут. Прошло 2 минутки. Выключаем. Закрываем крышечкой. Смотрите, запах стоит на кухне. Обалденный. Закрываем крышечкой и ставим в рассоле на 10-12 часов в прохладное место. Прошло 10 часов. Вот такое замечательное сало. Естественно, я его вытащила раньше, чтобы вам показать, так как мы будем кушать 2 часа. Естественно, ждать не будем 10 часов. Но это для вас. Получилось пахучее, мягкое. Посмотрите, какое мягкое. Во рту тает. Тает во рту. Ребята, пробуйте. Пишите мне в сообщениях, как вам мои рецепты. Нравится ли мой канал, рецепты? Если вам нравится мой канал, подписывайтесь. Я буду очень рада всем. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы получали мои новые рецепты. Всего вам доброго, хорошего дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. С вами на канале была Лина. Пока-пока!